Ну правильно, но я вот беру здесь. Да. И уходим 1905 года и разделение потоков в парк, и потом пошел на крючок. И на раз. Мы на будущий год заканчиваем работу по проекту. На будущий год по проекту. В рамках земельного отвода, который сегодня есть. С вами на будущий год можно будет с одной стороны воспользоваться пляжем, а с другой стороны, тот, кто хочет на 8 километров сделать забег или пройтись. Да, марш-бросок. Да, милости просим. Мы с вами марш-бросок будем. Мы делаем периодически. Валерий Васильевич тренирует. Он говорит, пойдем пройдем. Еле успеваю. Это значит, вы готовитесь. Может, у вас еще и мельзония есть где-то? А? Расскажите поподробнее, Михаил Александрович. Мантуралы. Да? Молодцы. Не пользуйтесь допингом. Хорошо. Михаил Александрович, а вот тут много причин. Может быть, даже и не вина строителей. Они, может быть, основания подготовили, но мы же не знаем, что там. Геология разная. И, может быть, провалилась по этой случайности. Сейчас сказать сложно без проведения экспертизы. Ворон, ворону глаз не выклюет. Понятно. Ответ корректный. Так есть. Будем надеяться, что те, кто придет после вас, также скажут в отношении вашей работы. Но лучше, чтобы ничего не проваливалось. У вас какая конструкция, в принципе, вот выбрана? Здесь вы наносите или надеваете? Металлический шпунт, трубошпунт. Значит, его количество 1500 тонн.